Дорогие жители Армении и города Еревана, зная, что в эти дни вы отмечаете 2800-летие со дня образования Еревана, и весь армянский народ радуется этому событию, мы радуемся вместе с вами. Ведь Армения и Россия являются давними партнерами и дружественными государствами. И нам, космонавтам, особенно приятно знать, что в эти дни в армянском селе Агарак открывается класс имени первого космонавта Земли Юрия Алексеевича Гагарина и его бюст. Поздравляем всех с этим событием, а также весь армянский народ с юбилеем Еревана. Ведь ваши земляки имеют прямое отношение к развитию космической отрасли. Уважаемые ереванцы, дорогие жители Армении, поздравляем вас с этим замечательным событием и желаем процветания вашей стране. Аэрмен Мясин Энг. Космонавт Роскосмоса Олег Артемьев.